Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12. Урок 27. Составь программу действий и вычисли. А. 600 разделить на 30 минус 7 умножить на 5. Отнять 24 минус 4 умноженное на 4. Умножить на 32 деленное на 16 плюс 60 разделить на 4 и умножить на 10. Первое действие. Работаем в первой скобке. 600 делим на 30. Убираем по одному нулю в делимом и в делителе. 60 делим на 3 и получаем 20. 20 отнимаем 7. Получаем 13. Это наше второе действие. Третье действие. 4 умножаем на 4. Мы переходим во вторую скобку и выполняем для начала умножение. Получается 16. Четвертое действие. 24 отнять 16. Получится 8. Работаем с третьей скобкой. 32 разделить на 16. Получится 2. 13 мы умножаем на 5. То, что мы получили в первой скобке, мы умножим на 5. Получится 65. Седьмое действие. 8 умножаем на 2. Получаем 16. 60 мы делим на 4. Получается 15. 15 умножаем на 10. Будет 150. 65 отнимаем 16. Будет 49. 49 плюс 150 мы получаем конечный результат. 199. Сначала мы выполнили действие в первой скобке, соблюдая поочередность сначала деления или умножения, затем действие во второй скобке, затем действие в третьей скобке, потом мы выполнили умножение или деление по порядку, то есть мы умножили на 5, затем 60 разделили на 4, умножили на 10, а затем от полученных результатов отняли 16 и прибавили 150. Получили 199. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.